На видео. Да, лучше развернуться. Я в лесу не прошел. Я этим бампером ровно прошел на шлагбауме. Лесу не проходит. Я его наверх тащил. Ну так, газку подал. Прыгнул, конечно, наверх. Я пролез. Колеса можно спускать. Да. Ниже будет. Я хороший вопрос стоит. У меня такой обычный, ну, тоже поршневой. Кто качает 15 большие радиусы? Там любой, по большой. Что, Сереженька? Ну, сейчас. Сидишь? Пару порвут. Это же экстрим. Ну да. Я сейчас даже наклеить поклеил. Я тут заказал. Козырная с оргами. Ну что, кино будет? Я его в прошлый раз давал. Давай пока выложим. Да он? Это не погнет. Я взял пробка. Нет, маленький. Ну, все равно попросил выпрямить. Это сразу же закалывает. Когда меня последний раз надергивали, ее загнули в ту сторону. Теперь надо в ту выпрямить. Вот это самое сложное. Так, а где разворачиваться-то будем? Где вот там? Я около вас там. Лех, давай задом сдадим. Главное вовремя спросить. Вот здесь вот я потихонечку разворачивал, здесь терпимо. Я просто как вперед проеду, помоги там. Хватит, хватит. Thank you.